Вы у меня на канале. Зовут меня Валентина. И сегодня мы будем готовить горбушу мультиварки в лодочках. Что для этого нужно? Обязательно приправы для рыбы, хмель, сунель, вот как у меня, две луковицы, морковь, две помидорки свежих и сыр. Соль, перец по вкусу. Давайте готовим. Сейчас мы ее почистим, попотрошим, помоем и разделим. Ну, я, наверное, на три части ее разделю. В последнее время я часто беру горбушу и очень часто мне попадает. Смотрите, сколько здесь икры. Вот оно здесь немножко, только кишок с этим молочаем каким-то. И смотрите, сколько поближе поднесу. Вот она. И такая крупная. Вот она. Какая красавица икра. Вот. Помимо того, что мы будем ее осторожненько сейчас я вытащу. Смотрите, какая красота. Чистенькая прям и крупная. Вот посолю, вот еще у нас будет деликатес. Видите, кость я вот эту удаляю, так как я внукам готовлю эту рыбку. Поэтому я ее удаляю. Вот она очень хорошо удаляется. Вот она. Только вот возле хвоста я вот так вот обрежу. Это и взрослые поедят. Все мы знаем, что горбуша у нас суховатая бывает такая. Вот, поэтому мы покладем масло сливочного. Ну, наверх досыпаем еще мы эту соль и специи. И пусть они полчаса, где-то минут 30-40, просолятся эти филе. Накроем нашу горбушу пленочкой, пускай минут 30-40 просолится. Пока наша горбуша солится, мы сделаем лодочки. Берем нашу фольгу. Сворачиваем ее в две. Ну, сворачиваем нашу фольгу в два слоя. Вот так. Обмажем сливочным маслом мягким по нашей формочке. Потому что я говорила, что горбуша бывает немножко суховатой. Поджариваем морковь. Поджариваем лук золотистого цвета. Вкладываем в наши формочки лук с морковочкой. У нас за это время просолилась уже. Хорошо. Вот. Берем нашу рыбку и укладываем в формочки. Наши лодочки. Поправляем ее. Смазываем сметаной или кто майонезом, кто как любит. У кого какая есть зелень, я покладу укропчик. Наверх помидор. Кладем сыр. Кладем в мультиварку и посмотри по своей мультиварке, как оно где-то в течение 30 минут оно на пару будет готовиться. Наша горбуша готова. Сейчас мы посмотрим, какая она у нас. Получилось, ее можно кушать прямо вот в этой фольге. Вот сейчас разрежем. Он очень такая проварилась.
30 минут. Видите, какое мясо красивое. Получилось нежное. Очень вкусно. Аромат идет такой бесподобный. Видите, какое мяско. Очень удобно подавать. Действительно, вот лодочки. Видите, жидкости нету. Просто бесподобно. Попробуйте приготовить.